Чтобы понять причину смерти, нужно прикоснуться к смерти. Так говорили еще в древние времена. Согласно историческим данным, первые вскрытия умерших проводили еще в Древнем Египте. Это позволило раскрыть тайну физиологии человека и помочь миллионам людей в борьбе с недугами. Сыну патологоанатомом Александр Алибекович пришел по совету родителей. В семье должен быть врач. С этими мыслями он подал документы в Североосетинскую государственную медицинскую академию на лечебный факультет и поступил. Учиться приходилось много. Поначалу Епхиев не знал, какую именно специальность выбрать, но одно знакомство определило его будущее. На третьем курсе мне встретился замечательный человек, это Сутулов Юрий Львович, мой первый учитель. Он был замечательным человеком, высоко эрудированным и с человеческими выдающимися качествами. Он тогда уже знакомил нас с такими вещами, как молекулярная биология, молекулярная патология, количественная патологическая анатомия. Юрий Сутулов был блестящим врачом. Уже тогда Александр Алибекович решил, знать медицину нужно так, как знает ее учитель. Он мог начать с клинических признаков и дойти до молекулярного уровня. Действительно, очень повезло с наставниками, очень повезло, я до сих пор улыбаюсь, вспоминая их, потому что они были не просто моими наставниками, они были моими друзьями, несмотря на огромный разрыв в возрасте. Юрий Львович Сутулов, Константин Мурадиевич Козырев, Георгий Залонович Ликоев – это вот только те, кто, с кем я столкнулся, придя на кафедру патоанатомии. Сергей Александрович Кокобадзе, Наталья Григорьевна Цацева. Ну, действительно, их можно вспоминать и вспоминать. Вскрытие не операция, все намного проще, но вот анализировать приходится больше. Специалист должен подготовить доказательное рассуждение того, что происходило с пациентом при жизни, и постараться ответить на вопросы, почему применяемые методы лечения оказались бессильны. К сожалению, есть вопросы, на которые врач-клиницист, приложивший весьма много усилий для спасения жизни больного, он не может получить ответы при жизни этого больного, несмотря на то, что у нас сейчас масса инструментальных методов с применением тяжелого диагностического оборудования, КТ, МРТ и так далее, масса проводимых клинических лабораторных исследований. Тем не менее, происходящее с организмом пациента во многом остается для его лечащего врача под вопросом. По результатам патологоанатомических вскрытий в конце года составляют статистику доминирующих заболеваний в регионе. Эти данные очень важны. Они помогают принять необходимые меры по снижению смертности. Что необходимо предпринять, на какой стадии они диагностируются, вовремя, не вовремя, что можно сделать для того, чтобы люди с этим заболеванием и вообще население региона жило дольше и не сталкивалось с такими тяжелыми, подчас смертельно опасными заболеваниями. Поэтому, в частности, наша кафедра, она является инициатором проектов по раннему выявлению онкозаболеваний, по профилактике различных заболеваний, при которых на поздних стадиях лечение неэффективно. В медицинской среде о патологоанатомах говорят ясно, но поздно. Эта фраза не совсем верна, говорит Александр Алибекович. Поздно не бывает. Если невозможно помочь одному пациенту, то исследования причин смерти помогут другим. Есть другая поговорка, я больше склоняюсь к ней, что умеющий спасет сотни, а знающий тысячи. То есть, если мы будем подходить к лечению
каждого нового пациента, опираясь на те знания, которые мы получили при анализе умерших от аналогичных заболеваний, естественно, результат должен быть всегда намного лучше. Вообще, если мы возьмем историю медицины, складывается впечатление, что все реальные достижения медицины, они базируются в первую очередь на достижениях и на знаниях, полученных в ходе патологоанатомических исследований. После получения диплома Епхев поступил в аспирантуру в СОГМА. Поработав некоторое время патологоанатомом, уехал в Москву в Институт морфологии и человека. Я просто-напросто понял, что дальнейшее мое профессиональное совершенствование, оно в этих условиях невозможно. Меня давно уже приглашал на тот момент Георгий Герасимович Автандилов, и я переехал в Москву и стал сотрудником Центральной патологоанатомической лаборатории Института морфологии «Человек» Российской академии медицинских наук. Ну, естественно, после собеседования, после каких-то преодоления, каких-то испытательных моментов. И вот тогда моим начальником стал Коктурский Лев Владимирович, которого до сих пор вспоминаю с благодарностью, как и Зайратянца Олега Вадимовича, тогдашнего главного патологоанатома Москвы, ну и нынешнего тоже. И они очень многому меня научили даже своим примером. Достижения есть и сейчас. Александр Алибекович рассказывает, существенный прогресс наблюдается в лечении опухоли. На основании этого применения препаратов, относящихся к таргетной и к иммунотерапии. Чем характеризуются эти новые, к сожалению, дорогостоящие препараты, которые, тем не менее, приобретаются для наших больных по ОМС? Они характеризуются тем, что контроль над первичными и вторичными очагами, как правило, бывает достигнут в подавляющем большинстве случаев, чего не было раньше при обычной цитостатической терапии. Достижения существенные, но это лишь начало пути. Врачам еще придется потратить немало времени и сил на изучение причин и методов лечения заболеваний. Причем, если ты изучаешь этот орган поврежденный, ты понимаешь, что основная его масса, в принципе, даже пораженная первичным очагом опухоли, она должна функционировать нормально. И мы не видим такой уж кошмарной недостаточности по анализам и по данным других методов исследования. Тем не менее, вот эта загадка, она до сих пор не разгадана. Мы занимаемся в этом направлении научной работой, естественно, опираясь на центральные учреждения. Это так называемая раковая кахексия. Патологоанатом должен знать работу всех органов. Эта специальность не терпит дилетантства. Ты должен разбираться, естественно, в хирургии, в терапии, там, в каких-то узких специальностях, маммологии, пульмонологии и так далее. Более того, ты должен разбираться в структурных изменениях, в первую очередь при этих заболеваниях. И плюс не только в классическом их течении, но и в аномальном. Поэтому, во-первых, ты должен понимать, что, выбрав эту стезю, ты обязан быть альтруистом. Во-вторых, ты должен постоянно хотя бы для себя самого прорабатывать какой-то алгоритм своей рутинной каждодневной деятельности для того, чтобы не наступало профессионального выгорания. Профессиональное выгорание – частое явление. Причин достаточно много. Нам с телеэкранов говорят, важен успех, важны там материальные какие-то средства, заработок и так далее. Но любой адекватный человек понимает, что это все актуально, пока ты здоров и жив. Как говорится, деньги только живым в радость, покойникам они ни к чему. Профессиональное выгорание – это проблема номер один. Ты, во-первых, должен максимально приложить усилия, чтобы эта частичная неопределенность была как можно меньше. То есть ты постоянно должен развиваться, ты постоянно должен читать, ты постоянно должен совершенствовать свои практические навыки. Плюс обязательно ты должен развиваться как личность вообще с точки зрения общечеловеческих качеств. Работа патологоанатома в онкологическом диспансере более сложная. Та же специальность в отделении общего профиля сравнительно легче. Здесь пациенты при должном лечении и соблюдении рекомендаций смогут продолжить жить полноценной жизнью. Что касается онкопатологии, особенно когда в качестве входящего диагноза идут такие вещи, как вторичные
метастатические поражения при невыявленном первичном очаге, там, канцероматоз какой-то из невыявленного первичного очага, или те формы опухолей, по поводу которых, несмотря на достигнутые в последние годы успехи в лечении, ты можешь сказать, что они практически неизлечимы, ты постоянно в негативе. И вот противостоять этому негативу, не ударяясь в какие-то методы расслабления, вредные для здоровья, я сейчас имею в виду спиртное и так далее, ты можешь только, если у тебя очень сильная базовая общая подготовка. Внимательность – обязательное качество патологоанатома. Еще лучше, если специалист знает, на чем лучше всего сконцентрироваться в данный момент. А еще врач должен подходить к работе с холодным умом. Да, может быть, жалость как одна из форм эмоций, она атрофируется, но сострадание – это более, на мой взгляд, высокий уровень, оно должно непременно оставаться. То есть ты должен постоянно сострадать этим людям, и вся твоя профессиональная деятельность должна быть направлена на то, чтобы помощь им завтра была лучше, чем сегодня, и, естественно, лучше, чем вчера. Тогда тебе это поможет, и ты не станешь ни черствым, ты не станешь ни аморальным, потому что ты просто должен знать, да, это тяжело. Патологоанатомическое вскрытие начинается с изучения истории болезни. Так специалист понимает, какие признаки были выявлены врачом на разных этапах изучения заболевания пациента и сможет использовать их в дальнейшем. Есть манипуляции, которые, не будучи вовремя примененными, уже не могут быть применены на более поздних стадиях вскрытия. То есть, если уже что-то упустил, все, и ты нарушил целостность какой-то полости и так далее, и больше ты этой информации не получишь. Затем приступают непосредственно к вскрытию. Специалист должен выстроить план действий. Любые манипуляции нужно производить в строгой последовательности, а затем все описать. Ты обязан изложить все, что ты увидел, доказательно, соблюдение всех логических законов и правил. Ты обязан это все изложить и представить патологоанатомический эпикриз и патологоанатомический диагноз, который в дальнейшем сопоставляется с заключительным клиническим диагнозом, и на основании этого делаются выводы о правильности, своевременности оказания медицинской помощи и так далее. Это очень важный этап, потому что если допускаются расхождение, то в таком случае каждое такое расхождение должно анализироваться. Александр Алибекович вот уже 25 лет преподает в медицинской академии. Теперь он дает знания начинающим врачам и направляет в работе. Вот я с радостью констатирую, что у нас очень одаренная в этом плане молодежь. Очень одаренная. То есть таких одаренных ребят я, наверное, нигде в другом регионе не встречал. СКФО – это действительно то, что меня радует, это молодежь, очень способная. Другое дело, сколько мы им внимания уделяем, насколько мы готовы выстроить для них систему реализации вот этого их потенциала, научного, творческого и так далее, это большой вопрос, к сожалению. Любое хобби требует времени, делится наш герой. Его, к сожалению, не хватает. Но если есть свободная минутка, то он тратит ее на советские мотоциклы. Дело в том, что эти такие средства передвижения, они в процессе работы над ним, во-первых, они все находятся из тех, что мне попадаются, они все находятся в запущенном состоянии, в процессе приведения их в норму, какому-то рабочему состоянию, ты для себя понимаешь очень многие вещи касательно своей работы. То есть, грубо говоря, да, мы не можем пока восстановить жизнедеятельность человеческого организма, потому что мы не понимаем условий, при которых наступает прекращение этой жизнедеятельности. Но к более таким простым, гораздо более простым агрегатам механическим, это уже применимо. То есть ты можешь сказать, какие дефекты в этом агрегате, по каким системам и так далее.